Мои маски самые лучшие и эффективные, потому что они легко омолаживают лицо на 20 лет. И сегодня я подготовила для вас рецепт замечательной маски, которая прекрасно подтягивает кожу, разглаживая все морщины и отбеливает пигментные пятна. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку пантенола, 1 чайную ложку облепихового масла, 1 чайную ложку витамина Е и 1 чайную ложку крахмала. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. И еще ее можно наносить под глаза. Через 20 минут смойте эту маску прохладной водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. Только, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски обязательно сделать тест на аллергию на сгибе локтя. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски я подробно рассказала в своем блоге. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях.